учитывая опыт, например, самого города в приеме событий международного масштаба, Баку — это такая хорошая площадка, где можно делать действительно большие-большие международные события. Там было уже Евровидение, Европейские игры. Я там была действительно несколько раз. Мне не с чем сравнивать. Я не помню старого-старого Баку, который видела только по хроникальным кадрам, когда мы делали, например, программы про Муслима Магомедовича Магомаева или про там, культуру, про культурные связи в Советском Союзе существовавшие. И для меня, как советского ребенка, для меня действительно очень важно, что мы вместе. Для меня первичен диалог всегда. И, безусловно, бакинец, это же ведь это определение, бакинец. Друзей бакинцев у меня много. И причем они разные, имеют этническое происхождение при этом, при всем. Поэтому для меня вопроса там, какого-то конфликта интересов никогда не стояло. Мы всегда за диалог культур. Более того, могу даже похвастаться, каждый раз, когда я приезжаю в... Давно, правда, не была, надо сказать, в Баку и рассказывала людям, например, про Тежгиах, про село Баскал, про какие-то районы, бакинцы на меня смотрели и говорили: опа, а мы-то там не были. Я говорю: сейчас я вам расскажу, как делают ваши платки килогаи, потому что они у меня в гардеробе присутствуют как часть, потому что действительно красивая, уникальная, ручная работа. Так что я знакома с культурой и с историей страны. Мне симпатичен Баку в его новой архитектурной трансформации. И, безусловно, загадку Девичьей башни, как и все приличные туристы, я пыталась разгадать, что это такое, обсерватория или нет. Но там действительно есть на что посмотреть. Это такая хорошая, настоящая туристическая дестинация, куда могут приезжать люди, и город будет им понятен и интересен.